в каком-то интервью ты сказал, что не все молодые игроки понимают важность выступления за сборную, и некоторые даже игнорируют вызовы. Да. Кого ты имеешь в виду? Ну, я просто знаю, слышу, иногда диву даюсь, ставлю себя на их место и... Ты имеешь в виду первую сборную? Да. У меня просто в голове это не укладывается. Да, первая сборная. Ты можешь понять этих футболистов? Что для тебя значит быть игроком сборной России? Их понять не могу, а на себя могу. Потому что я уже 10 лет выступаю за сборную и, наверное, боюсь того момента, когда я уже не буду туда проходить. Когда играет гимн, и ты стоишь и слушаешь его, это, наверное, неописуемое ощущение. Ну, пока драйв есть, будешь. Ну, пока есть. Но тут тоже нужно вовремя знать, когда вовремя надо уйти.